всегда играть командой, и нельзя на себя всегда тянуть одеяло. А может быть, надо команду правильно назвать? Да. Как вы назвали, расскажи. Дрипома. Кто эти люди? Даша, Ребекка, Полина и Маша. На сколько побед в этом летнем сезоне ты рассчитываешь? Ну, хотя бы на 2-3 победы рассчитываю. Что хотел бы сказать всем тем, кого сегодня обыграли? Ну, удачи в следующих турах и больше мастерства, и выносливости в играх. Я поставила 7 из 10, все идеально, но только вначале очень сильно бегло солнце. А вот будет потом печь больше, в июле будет жара, будешь играть в Лиге Губернатора? Буду играть, конечно. Наверное, своя атмосфера какая-то, с друзьями пообщаться и, в принципе, на улице по-другому играть, чем в зале. Какие планы на лето? Ну, первый месяц уже прошел, второй, наверное, съезжу, отдохну, а третий – работа, сборы и подготовка сезона. А суперфинал Лиги Губернатора? Ну, и, конечно, суперфинал Лиги Губернатора. Формат классный, интересно, ну, такая борьба. Вот, как я люблю, поэтому, ну, правда, такое классное настроение, я очень рада. У нас еще в июне один тур, весь июль, немножко августа, ты в деле? Да, я планирую, конечно, если в деревню не уеду, буду играть. Мы к тебе в деревню приедем с туром. Я посвящаю победу своей маме, потому что она каждый тур болеет за меня, смотрит игры, даже трансляции вот этих вот с этих туров. Вот, и, в общем, благодарен, что она меня поддерживает и болеет за меня.